Наша самая большая проблема в том, что мы не можем быть среди людей, и также мы не можем быть без людей. Для того, чтобы это балансировать, действительно нужен навык. Не так ли? И как же развить этот навык, спросите вы меня следом. Иногда вы беспокоитесь или боитесь быть скучным для кого-то. Иногда вы чувствуете, что для кого-то вы скучны. И изо всех сил стараетесь не быть скукой для кого-то, и делаете еще хуже. Но когда внимание направлено на самого себя, тогда вы новый в каждый момент. А когда вы новый в каждый момент, нет ничего, что называется скукой. Поняли? Смотрите, иначе даже самый прекрасный человек, самый чудесный, самый красивый, самый-самый будет скучным. Потому что скука исходит изнутри. Источник скуки — это я сам. И менять места и компании людей не поможет. Понимаете?